Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить». Это ежедневный информационный выпуск в обзоре наших авторов. Как и всегда, наши журналисты расскажут о наиболее значимых событиях, которые произошли в эту среду. Вот краткий анонс информационного выпуска. Премьер-министр Дмитрий Медведев в Рязани с визитом. Глава правительства посетил музей Сергея Есенина в Константиново, завод фармацевтических препаратов «Форд» и встретился с однопартийцами. Госуслуги стали доступнее. В здании бывшего училища связи недавно открылся самый большой многофункциональный центр Рязани. Награды чемпионам. Сегодня чествовали кикбоксеров и дзюдоистов. Ну а теперь об этих и других событиях более подробно. Вчера Рязанскую область посетил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Утром глава правительства побывал в музее-заповеднике имени Сергея Есенина. Там Дмитрий Анатольевич посетил урок «Я люблю Россию» и побеседовал с учащимися школ, призерами Олимпиад. А далее премьер-министр России осмотрел здание музея-заповедника в Константиново и надолго задержался на берегу Оки. В рамках поездки он также посетил фармацевтический завод «Форд» и встретился с активом регионального отделения партии «Единая Россия». 1 сентября в День знаний председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в рамках рабочего визита в Рязанскую область побывал в начальной земской школе села Константиново, входящей в музей-заповедник Сергея Есенина. Дмитрий Медведев приветствовал победителей и призеров Олимпиад, школьников города Рязани и области, для которых в земской школе проходил урок под названием «Я люблю Россию». Дмитрий Медведев подчеркнул, что рад посетить эти места в год, когда исполняется 120 лет со дня рождения великого поэта. Далее премьер-министр провел встречу с губернатором Рязанской области Олегом Ковалевым на заводе «Форд». Там он ознакомился с производством вакцин и других фармакологических препаратов. По мнению Дмитрия Медведева, у таких предприятий хорошее будущее. В последнее время был принят ряд нормативных актов, направленных на поддержку отечественных производителей. И эта работа будет продолжаться. Предприятия такого уровня способны покрыть весь рынок Российской Федерации по количеству доз вакцин в связи с теми или иными неблагоприятными событиями, эпидемиями, пандемиями. Завершил свой визит Дмитрий Медведев встречей с региональным партийным активом в Рязанском медуниверситете. В рамках конференции премьер-министр обсудил наиболее важные вопросы. Например, затронул тему капитального ремонта многоквартирных домов. Нужно обязательно сделать такую систему платежей, которая, еще раз подчеркиваю, будет понятной и справедливой. То есть, если она применяется, то применяется ко всем. Но, возможно, дифференциация по материальному уровню и по каким-то другим аспектам. Это долгая программа, и она рассчитана не на 3, не на 5 лет, а на длительную перспективу, потому что дома у нас имеют длинный срок эксплуатации. Поэтому деньги, которые люди, по сути, вынимают из собственного кармана, нужно защищать. Защищать можно только одним способом. Гарантировать, что по этим деньгам не произойдет существенных изменений, как минимум ухудшений. У медицинского сообщества возник вопрос по поводу импортозамещения медицинских изделий. У нас должна быть 100% уверенность, что если мы закрываем позицию, например, ЭВЛ, да, то тогда наши точно не хуже, и самое главное, что их можно будет купить и поставить. И то же самое по другим позициям. То есть лучше идти чуть медленнее, заниматься здесь импортозамещением, но быть уверенными, что все наши больницы, все наши поликлиники оснащены нормальным работоспособным оборудованием. Не обошлось без обсуждения темы материнского капитала. Ведь программа рассчитана до конца 2016 года. Планируется ли ее продление? Эта программа реально хорошо работает. И она свою роль уже исполнила во многом, потому что мы стали получать вторые и последующие рождения. Но надо признаться по-честному, это крутая программа для бюджета. Мы сейчас считаем, что можно было бы сделать на будущее, потому что у нас программа заканчивается в конце 2016 года, и мы взвешиваем различные варианты дальнейшей поддержки деторождения в нашей стране. Программы поддержки материнства. Была озвучена и тема, касающаяся поддержки сельскохозяйственных предприятий и производителей, а также подготовки квалифицированных аграриев. К
конечно, мы должны продолжить программу кредитования и программу субсидирования кредитной ставки по самым разным направлениям. И по животноводству, и по растениеводству, и по инвестиционным кредитам, потому что очень часто это длительный цикл. Естественно, продолжить поддержку российских производителей сельхозтехники, потому что для того, чтобы купить нормальный трактор или комбайн, нужно иметь для этого ресурс финансовый. А с другой стороны, чтобы наши производители могли продавать его по конкурентной цене. Подводя итоги встречи, Дмитрий Медведев пожелал однопартийцам успехов в работе. А участники конференции отметили, что беседа была весьма продуктивной. Ведь вопросы, которые были ими озвучены, теперь будут подниматься на законодательном уровне. А сегодня Рязань посетил лидер политической партии «Патриот России» Геннадий Семигин. Программа его рабочего визита весьма обширна. Утром он возложил цветы к вечному огню. Далее встретился с губернатором Рязанской области Олегом Ковалевым. Затем посетил промпредприятие по выпуску металлоконструкций. И в завершении дня встретился с активом регионального отделения. Геннадий Семигин пообщался и с рязанскими журналистами. Рязань с рабочим визитом посетил лидер политической партии «Патриоты России» Геннадий Семигин. Он провел пресс-конференцию для представителей рязанских СМИ, на которой озвучил свое видение того, как должна сегодня выглядеть государственная власть и за что нужно взяться в первую очередь, чтобы вывести страну из кризиса. У нас нет роста ВВП, а падение на 3,4%. У нас на 2,7% падение промышленного производства. У нас на 7% падение доходов в бюджет. У нас инфляция официально 12, а если мы будем брать по разным направлениям, то вы можете увидеть цифры и в 23%, например, по продуктам, по ряду других направлений до 30-35%. Вот это общее макроэкономическое положение, я сознательно не говорю о курсе доллара к рублю, уже говорит о том, что страна находится в кризисе. В своей речи Геннадий Семигин перечислил ряд проблем, которые необходимо искоренять, и озвучил свое видение решения этих вопросов. В частности, лидер патриотов предложил 10 стратегических маневров, которые, по его мнению, способны сдвинуть ситуацию с мертвой точки. К примеру, необходимо заморозить некоторые проекты, такие как система медицинского страхования и сборы за капремонт многоквартирных домов, так как они не проработаны и запущены в действие наполовину сырыми. И говорилось и о необходимости сокращения так называемых чиновничьих издержек и повышения эффективности работы госслужащих. В первую очередь, это, конечно, проблема главная. Это кризис в системе управления страной, регионами, отраслями и сферами жизнедеятельности государства и общества. Проблема здесь в системе управления состоит в том, что оцениваются все должностные лица не по результату, а по процессу. Очень много лишних министерств и ведомств, лишних служб, агентств. В регионах в России тоже и федеральных чиновников, которые работают в разных здесь региональных, но федеральных ведомствах, и в местных, их больше, чем в Советском Союзе, было вместе взято. Также Геннадий Семигин не оставил без внимания вопрос улучшения качества жизни рязанцев и прокомментировал ход избирательной кампании к предстоящим выборам депутатов в Рязанскую областную думу. По промышленности, по сельскому хозяйству, по росту Рязань, мне кажется, не впереди планеты Российской Федерации всей. Поэтому здесь немало накопилось проблем. Есть проблемы с дорогами, есть проблемы серьезные с экологией, есть проблемы с попытками захватить места, потому что уже, извините за выражение, все уже вроде купили. Я не хочу так обвинять, что уже разворовали. Кто-то купил по-честному, а кто-то разворовал высокие цены на продовольствие, высокие цены на лекарства, целый ряд других серьезных вопросов вот, с точки зрения качества жизни населения. Я не говорю о коррупции, которая показала тут свое лицо относительно недавно, хотя об этом много не писали, к сожалению. И решение целого ряда других вопросов. Помимо выборов в Рязанскую областную думу, патриоты России принимают участие еще в нескольких избирательных кампаниях разного уровня. Всего в масштабах страны партии выдвинуло свыше 3000 кандидатов в 51 субъекте Российской Федерации. Кому из них удастся добиться успеха, покажет единый день голосования, который в этом году пройдет 13 сентября. Одной из наиболее успешных форм обслуживания населения стало предоставление услуг на базе сети многофункциональных центров. Ведь в режиме одного окна горожане могут получить множество государственных услуг без очередей и лишней беготни по различным учреждениям. Сегодня 29-й по счету, но не самый последний по возможности.
возможностям МФЦ посетили руководители области и города. Многофункциональный центр, построенный по программе развития региональной сети МФЦ, недавно открылся в здании бывшего училища связи, что на улице Каширина. Здесь функционирует 40 окон для приема документов от горожан. И по этому показателю данное МФЦ считается крупнейшим во всей области. Кстати, уже сейчас здесь трудится почти 60 специалистов, то есть длинных очередей не должно возникать. Сегодня осмотрел многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по железнодорожному району города Рязани и губернатор Олег Ковалев. Он проверил работоспособность системы электронной очереди, после чего пообщался с работниками учреждения. Надо сказать, что МФЦ на улице Каширина стал 29-м центром на территории Рязанской области и 11-м центром, открытым в 2015 году. Сеть создана. Сейчас очень важно ее раскрутить должным образом. Я имею в виду увеличить количество услуг, которые должны оказываться через МФЦ. Создать такие программы, которые позволяли бы минимизировать бюрократию всякую, минимизировать потери времени на получение услуги. То есть сделать более совершенной работу МФЦ. Всего на создание сети многофункциональных центров в Рязанской области с 2011 по 2015 годы было израсходовано более 210 миллионов рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Сейчас по всей территории области открыто 386 окон приема и выдачи документов. Благодаря этому значительно увеличилась доступность госуслуг для жителей, в том числе малых и удаленных населенных пунктов. Еще одно награждение сегодня состоялось в здании городской администрации. Там чествовали победителей и призеров первенства Европы по кикбоксингу и чемпионата мира по дзюдо. Эти крупные и представительные турниры прошли в конце августа, и рязанские спортсмены достойно выступили на этих соревнованиях. В администрации Рязани состоялось чествование спортсменов, отличившихся на международных соревнованиях. Глава городской администрации Олег Булеков вручил почетные грамоты серебряному призеру чемпионата мира по дзюдо Михаилу Пуляеву и его тренеру Андрею Попову. Напомним, соревнования прошли в конце августа в столице Казахстана – Астане. Состав сборной России в индивидуальных и командных соревнованиях этого масштабного форума выступали три рязанца. Михаил Пуляев взял серебро в весовой категории 66 килограммов. Также глава администрации поздравил и наградил участников и победителей первенства Европы по кикбоксингу. Соревнования прошли с 25 по 29 августа в Испании в городе Сан-Себастьян. В состязаниях приняло участие 1500 бойцов со всей Европы. 7 спортсменов из Рязани, воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Золотые купола», вошли в состав национальной сборной России и произвели очередной фурор на первенстве Европы. Несмотря на накал страстей, которым сопровождалась борьба за призовые места, рязанцы показали замечательные результаты и достойно пополнили копилки своих спортивных наград. Победителями стали Илья Конобеев, Иван Аношкин и Дарья Мерлина. Серебряными призерами Артем Прокопович и Владислав Власенко. Нашу команду вообще испытывали на прочность. То есть нас расселили за 100 километров до места проведения соревнований. Нам приходилось в 6 утра вставать для того, чтобы ехать на взвешивание 20 километров. Потом мы возвращались, быстро завтракали. И 100 километров в один конец, только через горы, то есть по серпантину. Приходилось ехать до места проведения соревнований. Ребята, конечно, очень сильно уставали. Возвращались поздно вечером, ложились не раньше 12 часов, поэтому были все не выспавшиеся, но при этом показали, Россия заняла первое командное место. 6 сентября в Рязани пройдет ставшая традиционная Рязанская соборная верста. На забег приглашаются школьники, студенты, спортсмены и просто любители бега. Участники стартуют в 11 утра по маршруту. Соборная площадь, улица Петрова, набережная Кремля, центральная аллея парка Кремля. Дистанция составит 1035 метров. И это был заключительный видеоматериал нашего сегодняшнего выпуска. Ну а далее в эфире программа «Подробности». Гостем в студии станет заместитель руководителя регионального управления налоговой службы Алексей Лощенов. И речь в беседе пойдет о повышении доступности информации налоговых органов для граждан и предпринимателей. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40.